А вот этого вида уже давно нет. Сейчас это август 12-го года. Тут еще Метковский путепровод нормальный. Интересно, есть ли тут еще книжный? Нет, уже книжного нет. Есть Якитория. Кредитный банк вместо книжного и чайхана. Вот остатки. 2011 год, июль. Якитория уже есть. А вот тут, видимо, только-только книжный закрылся. Вот он. Да. И аренда. Вот здесь был вход в книжный. И он закрылся. Значит, в 2011 году он закрылся. В 2011 году. К сожалению, не осталось фотографий, когда он был открыт. Но интересно, что все-таки вот такой вид хотя бы. Хотя бы есть такой вид. Здесь вместо булочной уже продукты. Вот, 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 вот. Август 12 появился. И тут уже Дикси. Сначала были продукты, теперь Дикси. В 12 в августе. Этот, наверное, уже открылся. Две палочки еще есть. Вот они. Уже 14-й год пошел. Нет, вот 12-й опять август. Как-то прыгает. Интересно, есть ли? Да, только с 15-го это место.